это, когда ну, выпрямляете тело, типа, и на согнутых руках спиной вперед начинаете крутиться. А потом выпрямляетесь на руки, и уже начинается солнышко. Самое, что типа тяжелое, это для Луны научиться замок и стойка на руках согнутых, ну, на брусьях согнутых руках. А так больше ничего. Сначала принц, потом гроби? Да. Хорошо. Как тебя зовут? Андрей. Андрей. Сколько ты уже занимаешься? 1.5 месяца, может чуть больше. Ага, ну у тебя была база, в принципе, да? Ну да, была база. Физически. То есть ты не от дивана начал? Нет. То есть за 1.5 месяца вот эти все ну, элементы... В принципе, можно, типа, если стараться, то можно их спокойно делать. Ну, это регулярно надо ну, делать? Ну да, регулярно, ежедневно надо ходить заниматься. То есть, чтобы нарабатывать и повторять? Да. Ясно. Сколько тебе лет? 18. 18 лет. Ну что, я думаю, что любой такой... Желающий. Да, желающий больше этого достичь. Априори можем начать с принца. Он ну, достаточно такой, типа, сложный, но и в то же время красивый. Когда делать, тут стоит типа прокачивать плечевую часть и более бицепсы, чтобы можно было спокойно себя вытянуть из положения. Привет, Сережа. Ну что, сколько ты уже занимаешься? Вторая тренировка? Да. Молодец. Ты научился подтягиваться? Да, 3 раза. Делать пресс? Да. Отжиматься? Какими видами отжиманий? Отжимание простое и бриллиантовое. Отлично. А сейчас мы что делали? Сейчас мы сделали топорик. Топорик, правильно. Сейчас мы сделали топорик.